Уникальная и пронзительная экспозиция открылась в Доме Языковых «Дети блокадного Ленинграда». Это история о судьбах ребят, эвакуированных из города-героя. Символично то, что с 1942 по 50-е годы Симбирская резиденция Языковых была детским домом номер 10 для малышей-блокадников. В то время в нем воспитывалось 110 ребят. Эту страницу не вырвать из нашей истории. Музейные работники и сотрудники Государственного архива постарались найти больше информации для гостей выставки. Заместитель директора Краеведческого музея Валерия Лосева рассказала о том, как раньше относились к детям, лишившимся семей. В то время ульяновцы встречали маленьких ленинградцев на вокзале. И люди, которые сами живут в очень скудном положении, на очень скудном по карточкам, они разбирают этих детей, немножко их подкармливают, доводят индивидуально до определенного состояния, после этого они поступают в этот детский дом. На открытии присутствовали некоторые из тех самых детей. 80-летний герой труда Александр Гулягин рассказал гостям выставки свою историю. Александра Григорьевича эвакуировали в возрасте 5 лет. Из Ленинграда в Корсун он приехал в компании малышей-одногодок. Помещение, в которое их определили, было не приспособлено для жизни, поэтому ребят отправили в центр города, в тот самый 10-й детский дом. Через некоторое время Александра усыновила добрая крестьянка из Ульяновской области и воспитала его как родного. Спустя многие годы он с теплотой вспоминает ее мудрые советы и шуточные поговорки. До школы она меня научила читать, писать, считать. Приучала прямо с малолетства, пока я еще не ходил в школу, к различному крестьянскому труду. Так вот, мне мама, полушутя, так говорил: я на кустике рос, меня ветер снес. Я упал на пенек, стал кудрявый паренек. Групповые фотографии и памятные вещицы воспитанников представлены широкой публике. Экспозиция будет работать до 20 апреля. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.